Гречка – это очень полезный продукт, который содержит большое количество питательных веществ, таких как белки, витамины группы В, калий, магний, фосфор и железо. Некоторые из преимуществ употребления гречки в пищу включают. Регулярное употребление гречки может снизить уровень холестерина в крови и помочь в предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний. Гречка является отличным источником белка, особенно для вегетарианцев. Гречка может помочь снизить уровень сахара в крови, благодаря содержанию магния, который помогает улучшить чувствительность к инсулину. Гречка содержит антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждений свободными радикалами и помогают предотвратить развитие рака. Гречка может помочь в укреплении костей благодаря высокому содержанию фосфора. Гречка также богата растительными волокнами, которые помогают улучшить пищеварение и снизить риск развития запоров и других проблем с пищеварением. Благодаря низкому содержанию жиров и высокому содержанию питательных веществ, гречка может помочь в контроле веса и поддержании здорового образа жизни. Russian Media приветствует вас! Добро пожаловать! Для заказа звоните 07 952 57764.